Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, у нас турнир закончился, ребята, Лига Мастеров 3 звезды. Все-таки я успел зайти. И забираем с вами нашу награду, а именно осколки платиновые. Так, точно. Так, зайдем в магазин, бесплатно откроем пак. Что у нас там? Ванюша стиранка получается, да? И здесь забираем награду. Так, ребят, на моих часах 8 часов вечера. Даже, я бы сказал, половина девятого. Пошел на тренировку. Не смог, ребята, начать буст. Но, тем не менее, будем сейчас пытаться. Турнирная арена. Разыгрывается у нас Кейси Джонс, друзья мои. И ничего не могу сказать хорошего про него или плохого. Этот персонаж для меня в нейтральном статусе, потому что у него нет массовых атак. И в то же время я не могу назвать его слабым, так как практически за него не играл. Но то, что у него нет массовых атак, это очень большой, ребята, минус. Ну что, давай с массовых атак, как всегда, начнем, наверное. Бам-бам-бам, и они упали. Так, ну что, посмотрим, если сегодня мы успеем добежать до лиги. Я не знаю, до лиги Сёгунов бы хотелось бы добежать, если честно. Получится или нет, вот это уже другой вопрос. Так, 11-12, Линочка у нас. Ты посмотри, какая симпатичная Лина у нас здесь, а? Даже жалко ее трогать, если честно. Но мне жалко, а моим бойцам не жалко трогать ее бойцов. Давай массовую атаку сделаем. Отлично, упали. А вот, кстати, этот Кейси Джонс. Я, насколько я помню, Кейси Джонс фильм, да? По-моему, он оттуда. Так, ну что, у нас уже воин 3 звезды. Позиция 94-я. И хотелось бы получить, наверное, 12-13, мне кажется. Угу. Так, здесь у нас уже, ребята, 4 бойца. Уже 4 бойца. И, как мы видим, ранг идет 22-й. 25-й это максимальный, и то у Ваньки. Угу. Ну что же. Блин, массовых атак-то практически нет у ни у кого, да? Нет. Есть. Но пока мы до него доберемся. Давай, вжаривай. Красавчик. У него вот это огненное торнадо довольно неплохое, ребята. Плюс у него есть массовый поджог. Тоже массовая атака. А вот мы уже и в элите. Ну, погнали. Так, 12-13. Попробуем с тобой сейчас. 12-13. Ну, 13-14. Хотя 12-13 дают. Вот, друзья мои, 12-14. Так, Микеланджело, Карайка, Донателло и Тимати. Ну, для нас это ерунда. Но вот мне кажется, что Кейси Джонс фильм выглядит намного симпатичнее, чем вот этот вот Кейси Джонс. Ну, это вообще какой-то, я не знаю, ребята, шалопай, если честно. Согласись, просто шалопай. Даже... Я не знаю, даже вратарем-то его не назвать. Ну, вообще никак. У него причем сзади две клюшки, ребята, и бита. Причем бита похожа на какую-то обычную палку. Так, слушай, мы не перешли с тобой в лигу две звезды. Ай-яй-яй, 12-14. Ладно, 12-14, наверняка, ребят, нам не дадут 13-15, потому что мы с тобой не перешли на следующий ранг. Так что особо сильно здесь можно не обольщаться. Ну-ка, что у нас тут? Макмен, Железноголовый, Кирби. А давай так вот сделаем. Да им хана всем. Все, ребят, ушатали. Ну что ж, мы продвигаемся туда дальше. И переходим в элиту 2 звезды. И позиция у нас 52-я. 13-15. Прикольно, ребята. Раз, два, три, четыре, пять. Хотел сказать шесть, семь, восемь. Угу. Ну, поехали. Так, бомба. Пам-пам, лежит. Интересно, уроним мы их всех? Уронили. Очень даже хорошо уронили мы их. Благодать.
Так, ребята, элита 3 звезды, значит, уже скоро будут у нас и самураи. Надо только немножечко потерпеть, подождать. И все у нас будет окей. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, сегодня я пошел, ребят, на тренировку взвеситься. Я же говорил, весил я 105. Пошел на тренировку. Я не знаю, чьи весы врут. Либо мои, либо которые там стоят. Там стоят электронные. Но у меня тоже электронные. Но у меня напольные, а там такие. Как сказать? Там, ну... Ну, сказать, ну, не напольные, знаешь, какие-то здоровые, электронные тоже, ребят. В общем, 109,5. 109,5. Я что-то немножко прихренел. Я что, 5 килограмм набрал? За 3 дня. 5 килограмм за 3 дня? Это мы, называется, худеем так? Я в шоке, если честно, был. Я был в шоке, ребята. Почему так вес, блин... Уходит еле-еле-еле-еле, а прибавляется просто офигенно как. Даже не знаю, с чем связано. Вроде я тут не обжирался, обжираловкой не занимаюсь, а вес растет. У меня, может быть, единственное, что, ребята, масса тела растет, но за 3 дня 5 килограмм в плюс. Это любой атлет позавидует, ё-моё. Мне, понимаешь, дело в том, что я не работаю на набор массы. Я не рву там тяжести и жопу не рву, как говорится, ради этого. Я больше... На максимальное количество повторов. Ну как максимальное? Среднее количество повторов. Ну, с таким, с незапредельным весом, скажем так. Тут что-то мне захотелось. Ну, массаж, узнал, что у нас там массаж делается 850 рублей. По-моему, 40 минут. Для мужчин, для женщин 800 рублей. Но это ладно, бог с ним. Есть еще у нас, ребята, супер интенсивная тренировка. Ну, как бы я подумал, мне сказали, а ты потянешь? А не сдохнешь ли ты после первой тренировки? И я сижу такой и задумался, неужели там настолько все люто? Там, короче, ребят, ну как бы закольцованность движения идет. И нет вот этих вот, как сказать, давай перекурим, давай передохнем, давай там поболтаем. Там все вот в закольцованном порядке идет. Сплит-системой такой. Ну не знаю, есть желание попробовать разочек, но... Потянули действительно ли я? Потому что на ресепшене дамочка мне сказала, что многие, кто ходил, это была их первая и последняя тренировка. Не потому что они, а потому что, ну, просто, ребята, они как представят, что их дальше там ждет, это просто трубешник. А мне почему-то интересно посмотреть на это все, на суперинтенсивную тренировку эту. Так, ну что, мы с тобой в самураях 2 звезды. И уровень противников, ребят, 40-41. А мы с тобой, кстати, 50. Ну, уже перешли на 60 уровень. Но нас, как бы, противник немножко в этом плане догоняет. Потому что уже сороковки у него, потом будут полтинники. Ну, когда полтинники будут, мы уже будем, наверное, с тобой на 70-ках сидеть. Скорее всего, будет так. Давай Хана добьем. Так, Рафаэль делает массовую атаку. Ну, давай так лупанем. Отлично. Удар по земле. Готовы. Охламоны. Просто прекрасно, ребят. Ну что, двигаемся туда дальше. Двигаемся дальше. И у нас 22-я позиция. А не хотите мне дать 14-18? Нет у вас такого желания порадовать папочку? Есть. У них есть такое, ребята, желание. Сразу аж два желания было. Так, семидесятники. Слушай, ребят, мы семидесятники уже, а у них до сих пор еще 43 уровень. Я думал, что они до полтинника добегут в ближайшее время, но нет. Ничего подобного. Ну, ты сам понимаешь, понедельник день хороший, это для буста. Главное не подзабивать болтец, и все будет у нас нормально. Фига себе, Карайка звезданула. Ой, Карайка. Аллапекс. Ну, опять же, друзья мои, ты заметил, после массовой атаки от Аллапекса у нее сразу же автоматически идет дебаф. То есть она сразу себе понижает эту, как она называется, силу. Зачем так сделали, я ума не приложу.
Так, ну что, 44-45, а у нас, друзья, уже 70. Я думал, что мы с тобой, когда будем на 70-никах, они будут на полтинниках уже сидеть. То есть на 50-х уровнях, а они до сих пор еще 43-й, 46-й. Слабо двигаются, согласись. Очень слабо, ребят. Блин, мне еще... Вот я сейчас эту серию снимаю, ребята, а у меня еще висит там серия. Предыдущая еще с воскресенья, блин. Придется, наверное, как-то два видосика выкладывать. Сразу же. И бесит меня, вот, ребята, что YouTube делает. Он постоянно ограничивает мои видосы детским контентом. Типа, это YouTube предназначен... этот контент предназначен для детей. И все, ребята, и запрещает вам комментировать видосы, прикинь. Я уже и апелляцию делал, все, ничего подобного. Вот он пишет, что контент для детей. И все. Что нужно сделать для того, чтобы не был этот контент для детей? Что им нужно здесь сделать? А он все блокирует, все мои видосы по черепашкам ниндзя блокируют, как детский контент, ребята. Вот и все. Аж раздражает, серьезно тебе говорю. Так, ну что, ребятушки, мы с вами уже в Сёганах, 81-я позиция. И мы двигаемся дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, Донателло хотелось бы мне уже прокачать, ребята, на сотку и отстать от него. Чтобы он уже был сотым уровнем. Так, давай сделаем массовую. Хорош. Поджог называется, ребята. Ну, неплохо, да, ребята? Выпустил фаерболы во всех. И тем самым он их поджарил до хрустящей корочки. Так, с 81-й позиции мы переходим на 39-ю. А дашь 15-20? Есть. Дал, ребята. Ну, тут уже видишь... Бойцов-то толком и не осталось. Поэтому мы даже в секунд 3 звезды, наверное, не попадем с тобой сегодня. Не получится. Оп. Хорош. Накумарили мы их. Идеальная победа. Блин, опять мне что-то в сон. Вечер постоянно... Нет, это хорошо, ребята, что в сон клонит. Но просто первая моя смена, которая рабочая будет, это будет в ночь. В ночь, ребята. А я уже привык ночью спать, блин. А там придется опять себе просто переламывать. Блин, этот скользящий график, ну прям нет слов, а. Поехали. У нас еще, по-моему, ребята, 1-2 поединка. Это максимум, что нам сегодня светит. Это максимум. Так, ну, понятно, что у Саги здесь всех просто-напросто... Труху в колбасу. Блин, Донателло выжил. 56-й уровень. Выжил. Против массовой атаки от Усаги. Парадокс. Итак, 56-е место, друзья мои. 56-е место. Так, давай посмотрим, может быть, дадут нам 15-21. Хотя это борзо будет, ребят. Нет, не дают. М-м. Да куда ты попёр-то, господи? Ну куда ты попёр, а? То есть 15-20 это максималка сейчас в данный момент. Ладно, шут с вами. Поехали. Ну, не дают. Что я могу сделать, друзья? Брать то, что хотя бы самое высшее, максимальное у нас. Раз. Другого варианта нету. Пау. Рассыпались. Как звездочки на небе. Так, поехали дальше. И у нас 18 позиция. То есть нам даже не хватит, ребята... Нам не хватит бойцов. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, только так, через два отката. Но, опять же, мы с тобой через два отката и то перейдем максимум. Это в Лигу Сёгунов три звезды. А в прошлый раз мы с тобой в Лигу Сёгунов, даже не в Лигу Сёгунов, в Лигу Мастеров мы попали.
Да, пускай сотое место, но в Лигу мастеров мы попали. А сейчас мы с тобой отстаем на целый ранг. На целую лигу. Смотри. 82 позиция. Видишь, на целую эту. Офигеть. А в тот раз у нас все получилось. Так, ну что, пойдем серию испытаний, пробежимся. Так, подожди, здесь пройдено вот тут вот. Дони. Так, так. И... подожди. Так, и вот так сделаем. Пускай у нас будет кожеголовый вместе с этими. С маузерами. Так, он броню там навешивает себе. Нормально. Устроился. Так, луч. Подожди, а этот луч еще... а, он наносит им урон. Просто у них очень много, ребята, этой брони. На стак она была, да? Мы сняли, прикинь. Мы всю броню сняли за счет Макмана. Он же убирает, ребята, все эти бафы. Все бафы убрали и разобрали их. Давай их так сделаем. Мочканем. Блин, ты посмотри, а. Да какого лешего, я не могу понять. Ребята, они 80 лет. Какого фига у них такая инициатива? Вы че? Просто что хотят, тут молоте, что хотят, то и воротят, блин. Офигеть. Так, ну что ж, давай теперь посмотрим, сколько. 36 тысяч, мутагена. Ну-ка, Дони. Да, ребят. Ну все, Дони у нас стал сотым уровнем. Теперь мы его не трогаем. Теперь у нас Аллапекс. Лисичка-сестричка. Так, смотрим, здесь, подожди, а мы с тобой... 14 кружек нам надо, да? 1, 2. Так, 3, 4, 5, 6. Так, 7, 8. Девять. Там 14 или 12? Так, 10. Черт, я не помню. Ладно, 11, посмотрим. По-моему, 12, ребят. Или 14 все-таки. Так, 12 кружек. По-моему, 14 все-таки. Сейчас глянем, друзья. Да, 14, еще 2 кружки надо. Еще 2 кружки, говорю, надо. Так, и последнюю. Хватит? Есть. Все, ребят, прокачиваем скилл до 6 ступени. Красота. То есть теперь нам надо будет мстительный удар и выполнение миссии прокачать. И там уже останется дело просто за уровнем. И все. И все, ребятушки. Так, подожди, двигай. Мастеров плюс 3 звезды заберем. Да. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.